Всем привет. У нас наконец-то пошли дожди. Это очень хорошо. Последнее видео про Хаябузу получило очень много мерзопакостных хейт-комментариев, таких вообще таких ненавистных, подленьких, таких колхоз и все такое. Но, знаете, как говорил прекрасный французский писатель Вербер, в вашей жизни обязательно кто-нибудь найдется, который будет вам пытаться доказать, что вы делаете все неправильно, и всяческими методами пытаться засунуть вам палки в колеса, обрубить крылья и сломать вашу мечту. Андрей, конечно, на такое не ведется, и мы тоже не ведемся. Все поржали очень хорошо над этой глупой ненавистью. Если кто-то думает, что его жизнь станет из-за этих комментариев злостных лучше, ну, пожалуйста, если она станет лучше, то хорошо, наша хуже от этого не станет. Поэтому он мне прислал, не поэтому, а просто независимо от комментариев, я думаю, что он их не читал. Он мне прислал видео, как он доделал и поставил держатель для крыла на мотоцикл, и его коллеги и друзья, которые ездят на Хаябузах, причем человек, которому 77 лет, он мне даже сейчас прислал сообщение, сказал, что молодец, ты очень много сэкономил веса, у тебя аэродинамический маленький номер, очень хорошо там будет стоять и будет меньше сопротивления, все сделал молодец, все сделал правильно, и это сказал ему, повторю, 77-летний водитель Хаябузы, который 22 года ездит и который сам техник. Вот. И у меня собачка, которая будет жить со мной 2 недели. Лулу, иди сюда. Иди в кино. Как твои дела? Нормально? Ее зовут Лулу. Это гаванская баллонка. До скорых встреч, друзья. Что стало с крылом? Такого пришлось истерзать, чтобы снять. Чтобы снять для того, чтобы не снимать фреклайдинг этот. И все равно пришлось снимать, потому что разъем разъединился. И подсветка не работала. Вот такой теперь этот держатель классный стал. Вот так сейчас выглядит моя Хаябуза. 800 километров пробег. Пришлось разобрать задницу, потому что пока менял крыло, вот этот разъемчик разъединился. Настолько здесь натянуты провода, не имеют свободного хода практически. Подсветка не работала. Пришлось разобрать. Вот так она выглядит без заднего обтекателя. А вот и он. Ду-ду-ду-ду. Вот теперь подсветочка работает. Все светится, все прикручено. Катафотик. Будем собирать обратно вот эту красоту. Надо нежненько поставить как положено обратно. Вот так она теперь выглядит с этим крылом. Другое дело. Подсветочка работает. Газа подтянул.